Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Ильинском районе Пермского края, у себя на хозяйстве. Вот у нас сегодня такая погода. Сегодня у нас суббота, 27 апреля. С утра выпал снег, но уже чуть-чуть подтаял. Вот, баню доложили. Да выкладывали у меня сегодня ребята. Вот. Сейчас осталось закрыть крышу. В общем, работы еще достаточно. Но одно радует, в этом году уже будем мыться. Вот таким образом обстоят дела на нашем хозяйстве. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока!